Вопрос такой. Мы когда-то давно-давно с вами говорили о том, вы сказали, что Израиль в результате будет самым безопасным местом на Земле. Этот клип имеет массу просмотров, массу, миллионы, я думаю. Вот я хотел бы вас спросить, вот сегодня вы от своих слов этих не отказываетесь? Нет. Нет? Нет. Вы сказали, что именно Израиль станет самым безопасным местом на Земле. Да, так оно и будет. А из чего вы исходите, когда вы это говорите? Я исхожу из того, что нас заставит тот же тот самый Творец выполнять его указания. И тогда он естественным образом сделает так, что это место и будет источником мира. То есть оно будет привлекательным, желательным, да, и так далее, и так далее. Да. От нас будет распространяться эта сила в мире, и к нам будут обращаться и приезжать все народы мира.